Чего ты добиваешься, Дафне? Ничего. Раньше тебе нравилось гулять на природе и наступать на траву босиком. В такую погоду? При чем здесь погода? Твое настроение зависит от погоды? Нет, конечно. Иди сюда. Не переживай, тут не влажно. Присаживайся. Давай, давай, садись. Дафне, ради Аллаха. Орхан, садись, как в былые времена, давай. Раньше мы часами сидели на траве и разговаривали. Мы сейчас можем это делать. Мы же не враги. И не сможем быть ими. Ты лучше меня это знаешь. Знаю. Если ты зациклился на Эфе, я с ним поговорю. Я смогу его убедить. Я постараюсь. Я знаю. Тогда в чем проблема? Что с тобой? Что с тобой? Отец. Дети. Моя семья. Все. Ты так хорошо справляешься со всем и стараешься изо всех сил. Прошу тебя, не изводи себя. Этого не хватает. Я не поспеваю за всеми. Некоторые вещи вышли из-под моего контроля. Сама жизнь вне нашего контроля. Нельзя жить вот так. Убиваться и страдать. Конечно, можешь продолжать в таком же духе, но это уже не жизнь, а просто существование. Но я не могу по-другому. Можешь? Ты просто забыл. Мы с тобой по утрам выходили на пробежку, а вечерами ты сбегал из дома. И мы часами гуляли по набережной. И я до сих пор это делаю. И ты можешь. Жизнь уходит, Орхан. Не пропусти ее. Конечно, делай все ради... ради своей семьи, но попытайся также жить своей жизнью. Потому что это твоя жизнь. И она у тебя одна. У меня сбилось дыхание, но мне пошло на пользу. Давай частенько так бегать. Хоть отвлечешься от проблем. У тебя даже поменялся цвет лица. Нет, я же стараюсь быть достойным тебя, вот и покраснел. У тебя сегодня много дел? Да. Отец в компании, даже если не будет много дел, все равно надо быть в компании. Но ты напрягаешься из-за того, что твой отец в компании. Есть кое-какие мелкие погрешности. Отец не должен это заметить. Я принял решение, которое скрыл от него и даже не посоветовался. Но это же нормально. Когда отец доверил тебе компанию, он наделил тебя всеми полномочиями. Ну да. Тогда эта тема закрыта. Если он узнает, просто возьмешь на себя ответственность и все. Ничего нет важнее тебя самого, Орхан. Даже твой отец. Да, легко сказать. Поверь, легко и сделать. Если ты не можешь избавиться от крупных проблем, тогда не изводи себя мелкими неприятностями. Все равно он скоро устанет и отстранится. Надеюсь.